Загонная охота на лосей – одна из интереснейших зверовых охот в нашей стране. Лось – самый крупный вид млекопитающих Евразии, если не принимать в расчет зубра, краснокнижного вида, охота на которого запрещена. Крупные размеры и в первую очередь длинные конечности позволили лосю освоить всю территорию России от западной границы до восточной и от южных регионов до полярного круга. Добыча этого зверя сопряжена с определенной долей риска. Лосиная охота – сложная задача для любого охотника, ибо лось в своей естественной среде крайне осторожен и легко обходит линии стрелков, изготовившихся к стрельбе. Как уже было сказано, лось – крупное животное. Длина тела самца до 3 метров, высота в холке до 2. Самки на четверть мельче быков. Самцы и холостые самки живут поодиночке или небольшими группами по 3-4 особи. Летом и зимой взрослые самки находятся с лосятами, образуя группы, иногда с самцами, холостыми самками, образуя стадо в 3-8 голов. Лось – желанный охотничий объект. Основной целью трофейной охоты на лося является его череп с рогами, а спортивной и любительской охоты – мясная продукция. У лосей самцов огромные, самые крупные из современных млекопитающих, лопатообразные рога. Их размах достигает 180 сантиметров, масса 20-30 килограмм. Но довольно часто встречаются и оленеобразные рога без больших широких лопат, ветвистые, похожие на рога оленей. Главное условие добычливой охоты – это удержание лосей в определенных участках леса. Для того, чтобы привязать зверя к удобному для проведения охоты месту, обычно устраиваются ланцы, которые могут быть самой разнообразной формы, а также делают подрубку осины, любимого зимнего корма лося. Основные угодья, в которых обитает лось, это леса, заросли ивняком по берегам рек и озер, березняки и осинники. В степи и в тундре летом встречаются вдали от леса, но зимой предпочитают держаться в смешанных и хвойных лесах с густым подлеском. На лося в России практикуется охота загоном, являющаяся наиболее демократичной среди всех коллективных охот. И такую охоту обычно осуществляют в зимний период. При отсутствии снега, как говорят по чернотропу, малоэффективно гонять зверя вслепую, надеясь где-нибудь да и натолкнуться на зверей. Загон, обеспечивающий гарантированное наличие в нем лосей, возможен только по снегу. Предварительно перед расстановкой стрельбов стрелков на номерах обычные организаторы охоты обходят пешком или на лыжах участок леса, где должна осуществляться охота. Для ускорения и облегчения процесса можно использовать квадроциклы, снегоходы, трактор или любой другой внедорожный транспорт. Подсчитываются входные и выходные следы, по которым определяется наличие зверей в загоне, а также их примерное количество. Затем организаторы начинают расставлять охотников-стрельков на номера, на таком их расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить и безопасность людей при стрельбе, и отсутствие необстреливаемых участков, где зверь может уйти от охотников. Каждому вставшему на номер указывается его сектор обстрела. Охотник, занявший номер, первым делом должен обозначить свое местонахождение соседям. Убедившись, что он замечен, охотник обустраивается на номере таким образом, чтобы иметь
уверенность в стрельбе. Так как охота на лося обычно проводится в лесных массивах с ограниченной видимостью, то стрельба по зверю должна быть аккуратной и точно по месту, иначе велик шанс потери зверя. На зимних охотах приходится стоять по несколько часов на номерах, ожидая выхода зверя. Поэтому охотник должен уметь видеть и слышать лес, знать повадки зверя, чтобы быстро сориентироваться и стрелять только по четко видимой цели. Результат удачной загонной охоты на лося – это масса впечатлений и положительных эмоций, хорошее настроение участников, а самое главное – это превосходный трофей, который к удовольствию всех участников завершает этот трудный, но такой приятный по результату день. Один вернулся обратно. Ну я тебе говорю, блядь, все. Самка. Рогачай не видит. Ну что, закрыл или нет? Рогачай не видит. Разъезжаемся, блядь, лоси. Можно было здесь быть. А мы сколько, что замерзли? Нет, мы ему завтра скажем. Замерзли, что ли? А он не стреляет, он только с пистолетом. Пойдем. С пистолетом. Есть дорога. Думаешь, он их потерял здесь, на дороге? Да. Шея. Начальником.